За последние сутки на Ямале зарегистрировано 124 новых случая коронавируса. Положительными тесты оказались у 6 вахтовых рабочих. Еще 118 заболевших – это жители региона. По данным Управления Роспотребнадзора по Ямалу, на 13 декабря в больницах округа получают лечение 493 пациента с коронавирусом и внебольничными пневмониями. За сутки скончались 3 человека. 48 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровели за последние сутки 79 человек.